Сейчас не могу. Совершенно правильно. Постановка задачи правильная, но как быть в этой ситуации? Есть ли у вас какие-то идеи, Татьяна Гавриловна? Можно ли, например, актом взаимозачетов переиначить разделительный баланс или реализовать другие основные фонды? Может быть, какой-то бартер? Может быть, бартер, да. Но здесь возникает проблема оборотных налогов, да? Причем, да, конечно. Как вы помните, у нас обычно заводы – это фондовооруженные субъекты. И у них стоимость оборотных фондов может составлять 10 годовых выручек. Представляете, какие будут налоги? Заведомо это очень дорогое решение будет. Плюс еще возникает налог на недвижимое имущество. На тот момент действовал такой налог для организации. По-моему, он и сейчас продолжает действовать. Я, к сожалению, не так внимательно отслеживаю теперь налоговое законодательство. Но на тот момент это было 2% от среднегодовой стоимости имущества. Итак, Марина Анатольевна, вы рискуете тем, что лишнее бремя налоговые проносили на руках в течение года, и получилась довольно крупная сумма денег. Вам бы тоже хотелось поставить перед Татьяной Гавриловной, как перед руководителем выделенного акционерного общества, вопрос об издержках. Ну, применительно к теме нашего занятия «Трисейское разбирательство», решение лежит в парадоксальной плоскости. Оно заключается в том, чтобы постараться сформулировать спорные отношения и передать спор на рассмотрение суда. В самом деле, если спор будет разрешен в третейском суде и будет принудительно с кого-то что-то взыскано, с А или с Б, или отказано, в любом случае это влечет совершенно ясные последствия правовые. Это не будет являться выручкой. Решается вопрос по налогам. И решается вопрос об ответственности. Помните, мы говорили с вами о крупной сделке. В хозяйственных обществах, к которым относятся акционерные общества, в зависимости от стоимости сделки, она утверждается или советом директоров, наблюдательным советом, или общим собранием. Поэтому легко, чтобы не превысить компетентность, надо быть очень осторожным. Вот здесь на следующем слайде, слайд номер 7, уважаемые стороны, вы видите иски, которые предприняли руководители предприятий. Общество А, это у нас Марина Анатольевна, подало иск о взыскании расходов по налогу на имущество. Требования обоснованные, ведь у вас есть реальные расходы, которые конечно, вы подтверждаете в бухгалтерии. Да. У Татьяны Гавриловны более сложная была схема иска. Первоначально Татьяна Гавриловна предъявила иск об истребовании имущества. Татьяна Гавриловна требует, вот написано в разделительном балансе, отдайте то, что написано, формальное требование. В процессе судебного разбирательства Марина Анатольевна убеждает, но извините, имущества у меня такого нет, физически просто не хватает. Тогда у Татьяны Гавриловны появляется повод уточнить состав истребуемого имущества. В третейском суде такое возможно. Это изменение предмета иска. Основания остаются прежние, основанием является разделительный баланс, но теперь требуется другой предмет. И в результате стороны достигают мирового соглашения. Мировое соглашение третейский суд утверждает решением, своим решением. У них нет понятия определения суда. Все, пожалуйста, в результате полностью коллизия правовая решена. И здесь спор разрешен без дополнительного налогового бремени. Более того, это...